я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема. Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Давайте поговорим по существу. Вы рабочие люди, вы тоже меня знаете. Вы всегда поддерживали президента. Это я тоже знаю. Спасибо, пусть не все, я только что сказал. Пусть единицы, стоящие здесь. Но запомните. По-мужски вам скажу, и вы выслушайте, а потом действуйте, как хотите. Самое страшное в жизни – это предательство. Первое, по крупняку. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали «уходи». Хороший повод, хотя не без того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом, не без того, как говорил министр, что кто-то попал под эту раздачу. Но что удивительно, из тех 2,5 или 3 тысяч все прогуливались. Нет, нет, там не было никого, кто ходил против ОМОНовцев и милиции. Ни одного не было. Все просто прогуливались. Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно. Но большинство, после того, как разобрались, их было на Окрестино 2,5 или 2 тысячи, чтобы вы знали. И на Окрестино, непопулярно, но скажу, получили те, кто там же на Окрестино бросался на ментов. Вы знаете кто? Вот, знаете, вот. Вы прежде всего знаете. Я это все услышал и ответил на этот вопрос. Чего вы его поднимаете снова, если вы рабочие? Но вы же не запятнаете честь рабочего человека. Я вас услышал. Прежде чем ответить, я хотел бы отвлечь ваше внимание на две фразы. Я просил, вот сейчас маленькую оперативную информацию привезли, чтобы они две фразы эти поставили, а потом я вам расскажу, как это делается. Если у нас люди готовы это сделать технически, если готовы, пожалуйста, сделайте это. Такая тема. Да БТшники, уроды, клепают, блин, ерунду, клепают, что-то делать. Ну, уже скоро перестанут клепать. Ну, еще до завтра, давай, потом. Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема. Спасибо. Спасибо. Я сказал все. Можете кричать, уходи.